Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Посмотрим сегодня на игрушку Paradise Lost, потерянный рай. Чуть по-немецки все. Немецкие слова по-русски написаны, уже интересно. Это вроде того загрузка такая, да? Игра сделана, по-моему, на движке Unreal 4. Обнаружен посторонней личности. Что происходит, непонятно. Хоть земля. Хоть земля, похоже. Хоть снег странный, немножко крупный, какие-то хлопья. Тигры немецкие. Вторая мировая или что-то типа того. Отрицание. А, это уже игра. То есть мы в какой-то бункер зашли. По голосу вроде какой-то ребенок. А есть тут свет? Зажигалочка. О, зажигалочка какая-то. Не плачь, сынку. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? And now mommy's going to make it all warm and cozy, and you tidy up your toys, dobrze? Поляки, что ли? Или чехи? It'll be warm in no time. Nobody likes when it's cold, right? Maybe when you're big and strong, the winter will go away. What do you think? Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. You think I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. No matter how dark the night, the new day's sun will rise. Pamiętaj o tym. Mm-hmm.
Скорее всего, это я, наверное, ребенком. Вспоминает он, да? Ну да, мальчишка. Видимо, остался без родителей. Печально. Война, скорее всего, унесла. А может, голод или мороз. Что-то вроде светится, а ничего не видно. Это что такое? А, это тень такая, ничего себе. А я не понял сначала, что это такое. Так, здесь. Что-то надо подлагивать как-то странно. Что здесь такое у нас есть? Немецкие документы. 19 мая 1960 года. Явно это уже война давно кончилась. Альтернативная вселенная, видимо, да? Так, тут больше ничего нету. Да, в детстве только можно с теми предметами, которые, видимо, кружочки вот в этом. Блин, слишком темное вообще, такое подземелье темное. Доклад патрульного. Отчет какой-то он, который никто не станет читать. А, это пулемет. Вот что это такое там торчало. Я думаю, что это такое было за это пулемет. Бункер. В общем, это бункер какой-то, в котором, скорее всего, отстрелиться можно. Вот немецкий тут что-то. Партизан НГФАР. Я даже не помню, что тут написано. Хальт, типа, стойте, типа... Дуршлафарт Нур фон Ту Фаренген. Блин, плохо читается. Дер команд. Генерал, что-то там. Не все слова возможно прочитать. Читаю на самом деле немецкий с английским. Ту, цвай. Айн, цвай, драй. Так, тут закрыто. Вот опять что-то какой-то интерактивный объект. Тут какие-то баллоны с газом, а я тут хожу. Или с кислородом. С зажигалочкой. А, ну хотя бы пролазит. Блин, надписи не прочитать, что-то написано, интересно знать. Как будто инвертированная надпись, не прочитаешь. Опа. Сейчас опять что-то будет, какое-то воспоминание, скорее всего. Да? Ничего не... Ничего. It's nothing. It didn't sound like nothing. Well, are you going to bring me that rotor or not? Что там-то? It's broken. Why didn't you say so? Mom, who's this? It's no one. Do you understand? It's no one. Так, что-то он там вспомнил, как он что-то уронил. В общем, игра подразумевает симулятор ходьбы. Да. Не хоррор, а симулятор ходьбы. Но слишком темный какой-то он. Очень, я бы сказал, даже темный, блин. Неужели здесь свет нельзя нигде включить в этой игре? Вот тут что-то вот светится, вот непонятно. Там вниз какой-то еще дополнительный лифт или бункер. Дальше там спускаться ниже можно.
убежище какое-то. А может быть пусковая шахта какая-то. Ну-ка, о. О, хотя бы свет включился. О, со светом нормально такой же свет. Ну, хорошо. А бегать он умеет, кстати? Нет, вот идет. Нет, особо не умеет. Так. Ангейнгинг. Так, что выбрать-то? Ага. Выключил сигнализацию, да? Что там такое? Метро, что ли, какое-то? Похоже на метро. Это что, игрушка похожа? Альтернативная вселенная, метро 2033, пародия, клон. Не пародия, а клон. Чё? Вроде лифт закрылся, да? А, это лифт едет, все. То есть это вызвать лифт. Опять надо вниз нажимать. Интересненько сделано. Да, какие-то вагоны тут. Так, проход с той стороны. Что здесь? Ага, 0-0. Гезельшафт. Гезельшафт. А знак какой-то пацифист перевернутый наоборот, да? Все замерзло вообще. Походу ядерная зима лишь такое произошло. Я так понимаю. Жалко, он бегать не умеет. Так, вот надо спрыгнуть, да? Перчаток зимой. Дружище, ты замерзнешь так. Какой вагон комфортабельный более-менее ехать в таком. Тут что-то есть. Угу. Обсерватория. Краковский, что-то там. 18 апреля 1960 года. Первое слово не помню, что написано. Второе Биобахтен, по-моему. Так, откуда я оттуда шел-то? Чемоданы тут. Видимо, народ собирался куда-то уезжать на курорт или куда там сваливать. С этой стороны на юг, видимо, куда-то. Или там где нет всего этого. Так, очередная записочка. Опять по-немецки, да? А, не по-русски. Дорогая бабушка. Да, можно туда. А куда мне? Ну, тут что-то есть вот. Ну-ка, открой-ка. Ох, опять вспоминания. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me.
I don't want to spend my whole life here. Mama? Мамо. Мама. Мама, are you okay? Мамушу? И мама у него умерла. От голодного обморока или чего-то еще. Кукла интересная. Так, тут, надеюсь, тупик. Нет, значит, туда пойдем, сходим. Блин, можешь ты бежать или нет? Очень медленно ходишь. Ничего и нету-то. А, есть какое-то письмо. Очередная записочка. Всем поселенцам. Это багажное отделение, видимо, да? Вот здесь как раз-таки, да, тупик. Ну, чего? Фарфоровый сервиз. Гжель. Закрытый бункер, видимо. Или наоборот, они сюда прибыли в бункер все. А вот куда люди делись? Ни скелетов, ничего нету. Ну, судя по всему, как они бросали тут вещи, убегали, скорее всего. Я подозреваю, что они должны хотя бы кто-то был бы здесь остаться. Какая-то сдавка какая-нибудь или что-нибудь такое. Мрачно, конечно, угнетающая такая атмосфера вокруг. Пытаешься понять, идешь, что происходит. Что ты за мальчик? Что случилось вообще? Что происходит? Что там? Есть тут кто вообще? Люди ли остались, ли в живых? Так, тут можно что-то включить. Я так понимаю, вагонетку какую-нибудь или что-то такое. Так, дорогая, дорогой Леопольд. Катушечный магнитофон тут. Так, можно вот либо вот это потянуть. Это тормоз какой-то, да? Это канатная дорога, скорее всего, да? Нет, все-таки лифт. А зачем здесь второй тогда нужен? А здесь, наверное, сейчас мы его включим, и он сломается. Так, и чё? Ну, вниз. То есть тут нужно... Не, вот это заклинившийся. Вернее, заклинил. Заржавел. Ну, или замерз. Ну, значит, все правильно. Тот... тут есть проход? Да. Леопольд. Вот такой Леопольд. Паровоз. Его сюда можно загнать даже. Мне не надо его загонять случаем сюда. Еще что-то работает до сих пор. Блин, какой огромный. Какие у него здоровые, блин, колеса. Понятно, тащить сколько вагонов. Ведь на самом деле вот эти все паровозы, блин, там... Инженерный гений его делал. На самом деле там столько механизмов, вот этих механических. Это самый сложный механизм, который создавал человек, наверное. Паровоз. А ведь он двигается за счет пара. Едет на всем, что горит. Достаточно только воды долить. И все.
Ничего. Поехал вниз. Лифт. Ух ты. Вот это да. Это все под землей, что ли? Обалдеть. Какой-то город под землей. Не может пройти. Надо именно обойти вот. Блин, почему ты не умеешь бегать? Ну, если пробежать, тогда здесь можно было по-быстренькому все это пробежать, я так понимаю. Ну, хотя ползти умеет. Кассель. Дойче. Дальше не вижу. Там, видимо, надо открывать. Ворота в вагоне. Тут он опять вспомнил. Или нет? Противогаз нашел. Будешь одевать? Не понял, он вышел. А, нет, это воспоминание. Это он, то есть, выбрался из бункера. Блин, прям смесь Fallout'а, прям из бункера. Выходишь в пустоши. А тут церковь какие-то разрушенные. Вот, на самом деле, все разрушено, а церковь устояла. Вот. Что самое главное интересное. Даже вот когда была Вторая мировая война, очень много церквей выстояло. Выдерживали бомбежки там. Абентауэр. Туда не заберусь, я упаду. Какая-то станция. Так, а туда, скорее всего, тут, ну-ка, дай попробую туда сходить, посмотреть. Не пойду сразу сюда, может, там есть какой-нибудь другой путь. Пролезть, что-нибудь тут посмотреть. Ну да, есть. Там, скорее всего, та вертушка заклинившая, заржавевшая. Скорее всего, не пройду. Какой-то, как будто как робот стоит, кажется, да? На самом деле здание, у меня два фонаря светится. О. Так, это транспортерная лента для багажа, видимо. Да, сортировка багажа попадаю, видимо. Горочка. Еще на горке никогда не катался. Чего так падаешь-то? Да, видимо, ты с матерью жил, ты никогда не видел, что такое горки. Вполне вероятно.
Это что? Часы или что это такое? Или... А, крем для обуви. Крема, что-то там написано. Первый половину слова не разобрал. О, какие-то обручи. А, и где обруч? А, ты на руку его надел. Да это женские его побрякушки. Тебе не нужны ни к чему. Блин, музыка такая угнетающая. Безысходность какая-то, не знаю. Блин, шрифт такой, что прочитать, я не понимаю, что это первая буква. То ли W, то ли еще, то ли T, то ли M. Вот это если W, то есть ва, это F, по-моему, 2 F. Waffenruhe Forgung. Вот здесь что такое написано. Не пойму даже, что за слово. Abwaffer... Nacht... Waffer... Непонятный шрифт. Ну, тут что-то написано. Дрюкмеллер. Абваффе. Не пойму вот это. Вот эту половину не пойму, что написано. Хахте. Ча. Блин. Вот что за буква вот, вот перед С? Не понимаю. F, что ли? Возможно. Пытаюсь понять, что там написано. Опа, что-то тут есть? Нету. А, зажим. Так. Блин. Игра на самом деле очень сильно лагает иногда. Вот прям видно просадка FPS. В некоторых местах. Хоть это Unreal 4, графика она особо не блещет. Ну, могли бы, конечно, получше нарисовать, но все равно. Гауляйтерам и лично генерал-губернатору. Неарийских мужчин. Хай Гитлер. Гитлер теперь жив. Ну да, это альтернативная вселенная, когда Германия победила. И весь мир пришел в упадок. Получается так. Опа, нажимаем вверх, тащим мышку. Disinfection Schraum. Короче, дезинфекция здесь вот. Все подряд снимать нужно, я так понимаю. Драгоценности, металл, дезинфекция. Да, здесь мыли, в общем. Такое ощущение, как вот этот концлагерь. Источник разума. Дальнейшее обследование, к большинству женщин. Программа какая-то, источник разума. Какие-то эксперименты они проводили. Ага, опять нужно открыть. Регистрайтинг. Регистрация. Значит.
комната регистрации. Закрыто. Логично было, что закрыто. С ноги ты не выбьешь. Ребенок, не пройдешь. Так, наверх через вентиляцию. Угу. Сейчас, как всегда, вот они любители сейчас хорроров. Вон видно кривая, сейчас обрушится. Вентиляция где-нибудь. Я думаю, она сгнила, заржавела. Решетка вот, да. И вот он упал куда-то на станцию. Да? Или куда мы попали? А, ожидание какое-то. Ну да, да, да. Это ожидание, да. Ой. Добро пожаловать. Приветствую всех прибывших в Гезельшафт. Приемная какая-то. В общем. Приемная, приемная. А тут можно дверь открыть, нет? Нет, тут не открыть дверь. Ну, нам, скорее всего, какие-то звуки там какие-то подозрительные. О, ничего себе, камера открыт, открывает двери лифта. А, дерево жизни, вроде того, да? А, 4, вот, как раз таки, да. Мы были 0-0, а это 4. Паника. Гнев. В лифте застрял. А, нет. Ну да, застрял. Между этажами. А что там написано, кстати? Мне даже не дали почитать под табличкой. В общем, куда-то мы приехали. Какие тут кожаные кабинеты, кожаные кресла. Ух ты, это что там, ракета или потом лодка или самолет? Это ракеты. Да, это ракеты. Фау. А, то есть мы на второй этаж. На второй этаж мы попали на второй этаж. Нет. Мы были только... То есть мать у него то ли... в плену была, работала там, или каким-то научным сотрудником, скорее всего, была, или кем-то еще. Ну, в общем, работником каким-то, скорее всего, я так подозреваю. Да, здесь вот какие-то камеры меня тут нахуй. Кто-то звонит там, что ли, не пойму. Тут что-то опять написано. Руководство по операции погружения. 49-й год, а это уже старенькое что-то. Что это такое? Интерком. Опа-на. Ага, бюро какое-то конструкторное. Тут что? Оберсту Хюгах Нойбауэра. Чертежи у них какие-то тут. Так, что-то они тут рисовали. Ну, это так, какой-то набросок.
странно, что-то скрипит, а вот что скрипит. Конструкторское бюро. О, камера меня видит. Прикольненько. Это что такое? Пушка какая-то. Какая-то прищепка. Электродубинка, не пойму. Какой-то чертеж. Все, камера меня не видит. января 1953 года. Тут какие-то образцы, макеты. Двигатель, походу, ракетный. Это камера какая-то вот того. А, так, что это тут? Медаль какая-то. Да, ордена. Книжечка. Просто посмотреть, а открыть ее нельзя, да? Тут вот что-то какие-то рольставни закрытые. Какой-то комплекс. А, вот, кстати, это да. Проход к ракетам. Нигде тут ничего открыть. Тут уже сложнее понять, что куда. Ну, открылось мне. А дальше как открыть-то, я чуть не пойму. Земной шар. Глобус. Крутнуть нельзя. Тут ничего взаимодействовать нельзя. Что-то написано. Ракетен Райт Беверт, по-моему. Ну, с этим что можно сделать? Ничего нельзя. Просто положить. Окно, не окно. Как здесь открывается-то, я не совсем пойму. Там куча каких-то фонарей, камер. А, она сама открывается, ничего себе. Тут что? А, помогите мне. Я знаю, вы там. I know you're out there. Was it the cameras? Did you see them following you? They are not easy to operate. What do you want? Who says I want anything? I was just watching you out of curiosity. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you are here, right? Oh, you can tell me. Я кое-кого ищу. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things.
back cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? Почему я должен тебе верить? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Я знаю, как называется. I know what it's called. Alright, alright. So, will you help me? Ладно, могу. Добже. I will help you. Добже. Tell me how. Поляки. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2, if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? Never mind. Don't worry. Sometimes I forget what I wanted to say as well. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi. Or whatever. В общем, на поиски какой-то женщины, девочки или кто она. Интересно, как она там, если она запертая в этой комнате управления, как она осталась жива там, с голоду не померла. Конечно, интересно. Или она робот какой-нибудь. Не робот, а это искусственный интеллект какой-нибудь. Который, может быть, уничтожил всех людей. А притворяется, что она типа заперта там. Вот это поворот будет. В общем, такая вот игрушка. Симулятор ходьбы, я бы сказал, даже больше. Мрачный, совсем мрачный. Запустевший мир. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И пока. It's so strong.